Половин. Классный вход в зону. Бросает сам низом. Рикошет. Рейдеборд реагирует. Далее подбор за защитником ЦСКА. Тут переклады открываются. Карнауков. Да, он принял ее. Карнауков 1-1 с неудобной и забивает Павел Карнауков. 2-1 в пользу ЦСКА. Да, тут я бы, конечно, еще и передачу Светлакова отметил. Не стал сразу делать этот пас Светлаков. Подработал шайбу максимально удобно для себя, чтобы эта подкидка прошла. Ну и Карнаухов, я скажу, во-первых, непростую передачу остановил, а во-вторых, сумел избежать положения вне игры на входе в зону. Это тоже было важно. Ну и вроде бы Карнаухов далеко не самый техничный игрок в составе ЦСКА. Но как он Исаева разложил в ближнем бою.